В Чебоксарах стартовал чемпионат рабочих профессий WorldSkills Russia. Студенты и молодые специалисты поборются за звание лучших в своих компетенциях. С потенциальными чемпионами познакомилась Юлия Важенина. 80 стран, 500 чемпионатов и более 100 тысяч участников. Ежегодно движение WorldSkills набирает обороты, и Чувашия не исключение. В этом году мы принимаем чемпионат у себя в 8-й раз. Здесь в ТК «Чугур» собрались настоящие мастера своего дела на торжественном открытии. В настоящий праздник превратилось официальное открытие чемпионата. Песни, танцы и, конечно, представления участников. Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Воронежская, Кировская, Тверская области. Всего 12 регионов приехали в столицу Чувашии. Дерзайте, потому что вы сегодня покажете то, что будет нужно экономике каждой субъекты Российской Федерации в будущем. Я думаю, что те гости, которые приехали к нам, участвуют в нашем открытом чемпионате, тоже имеют хорошую подготовку, имеют хорошие традиции. И наш чемпионат 7-й действительно является достаточно масштабным. Мы готовим хорошие кадры не только для экономики Чувашской Республики, но и для экономики Российской Федерации. Программа чемпионата рабочих профессий очень насыщена. Студенты соревнуются в 40 компетенциях, школьники в 11. Всего демонстрировать свое мастерство будет более 300 участников. Для большинства из них это производственная практика с элементами состязания. Движение WorldSkills сейчас это уже не только чемпионаты, оно уже выстраивается в полноценную систему профессионального образования и развития компетенций. И Республика Чувашия очень активно участвует в развитии движения, в развитии компетенций, что свидетельствует о том, что в регионе работает очень профессиональная, слаженная, очень увлеченная команда. Кирпичная кладка, геодезия, флористика, поварское дело. Количество площадок с каждым годом увеличивается. Я участвую первый раз по компетенции технологии модуль. На чемпионате мы будем моделировать, конструировать и шить. Первый раз на чемпионате и Егор Селиванов. Он будущий пожарный. Там много заданий. Например, достать пострадавшего из ДТП, из завала, надевание боевой одежды пожарного. Боевое развертывание. Но эта профессия для меня самая героическая из всех профессий. Я считаю, что профессия пожарного очень нужна профессия в жизни. Для жюри участников чемпионата уже настала горячая пора. График соревнований достаточно плотный. А результаты станут известны в день закрытия чемпионата 1 марта. Юлия Важенина, Бахтияр Велиев, Республика.